Губернатор края Виктор Томенко и директор Банка Открытия Михаил Задорнов подписали в Москве соглашение о сотрудничестве. Федеральная корпорация будет поддерживать инвестиционную, лизинговую деятельность края, но главную ставку делают на предпринимательство. Развиваем клиентскую базу малого и среднего бизнеса. Для Алтайского края малый и средний бизнес, переработка сырьевого сырья, торговля, услуги – это ключевое направление туризма. Банк уже запланировал участие в региональной программе развития малого и среднего бизнеса в Алтайском крае. Кроме того, планируется поддержать и бюджетные сферы, культуру, здравоохранение, образование. В частности, речь идет о строительстве детских садов и школ. При необходимости, заявил Михаил Задорнов, помощь окажут и региональному бюджету. По словам губернатора Виктора Томенко, это сотрудничество должно стать продуктивным для края. Участие банка в реализации наших проектов, связанных со строительством разного, для разных, по разным направлениям и разных целей. Ну и договорились о реализации проектов социального развития. Здесь банк скорее выступает в качестве спонсора, благотворителя.